250-й гвоздь. Но со сторон я его отгрыз. Нам вот этот кусочек важен. Он у нас 6 дюймов. 6 дюймов. Диаметр гвоздя 7,6. Ну, считается как 7,6. Пацы готовы. Подкордура и небольшая замша. Посмотрим, как оно пойдет. И пойдет ли. Так. Сейчас заправим. Магнезий надо немножко смазаться. Аж в глазах темнеет. Ну, может, тут уже и есть, попробую подальше прожать. Не буду мучить себя. За 40 прошли, так что пускай остается так. Потом поднажму еще. Фу. Ну, 45 градусов. Нормально.